Приветствую вас. Во-первых, нужно, чтобы вы постарались сформировать вопрос. Вы говорите, последнее время меня пугают мои мысли. Когда человека пугают его мысли, или когда человека пугает что-то, это означает, что сам человек видит в чем-то, ну вот, например, вы видите это в своих мыслях, угрозу. То есть для вас это угроза. Вы видите угрозу. И угроза означает конец привычного расклада. Конец привычной, например, модели поведения. И, соответственно, вы привыкли жить по определенному плану, по определенным когнитивным картам, то есть, ну, схемам, когнитивным схемам, шаблонам, поведенческие шаблоны. Вот, вы привыкли жить по ним, а тут вдруг ситуация складывается так, что вам это внезапно становится недостаточно. Вам этого внезапно становится недостаточно. Ну вот, этих шаблонов. И, естественно, у вас начинается нервозность из-за этого, и появляется страх. Как правило, страх – это хороший сигнал о том, что вы выполнили все свои поставленные задачи, ну или не свои поставленные задачи на данном этапе. И перед вами теперь появились другие. То есть страх, он как бы говорит вам, хватит жить так, как мы жили до этого. Пора жить по-другому. Ну, это я так, условно. Пора жить по-другому, говорите вы себе. Но вы-то привыкли жить определенным образом, и, соответственно, какие-либо серьезные перемены, они вызывают у вас, опять же, страх. Вот. И, соответственно, нужно будет разбираться в этих моментах, что именно вас пугает. Дальше. Я думаю о том, пишите вы, зачем я живу и для чего. Тут, конечно, очень важный момент. Почему не для сына? Почему не для мужа? Ну, почему бы не жить для них? Для вот этих хотя бы двух людей. Почему?
не для них? Или вам этого мало? Или вам этого недостаточно? Или вы ожидали чего-то от семьи своей, ну, в большей степени. То есть в большей степени вы ожидали от семьи и ребенка для себя чего-то. А этого не случилось. Ну, то есть не произошло этого. Семья и ребенок не дали вам того, чего вы хотели, того, на что вы рассчитывали. И то, что происходит с вами сейчас, в этом контексте можно назвать личностным кризисом или потерей личностного смысла. То есть до сих пор вы жили одними целями и стремились к этим целям. А теперь вы видите, что эти цели, они либо достигнуты, либо близки к своей полной реализации, а удовлетворения никакого вы не чувствуете. Может быть и такое, В таком случае необходимо искать новые личностные смыслы. Вот, и в качестве, например, примера потери личностного смысла, я рекомендую, допустим, хотя бы, если вот найдете исторический взгляд на допустим, эпоху перестройки, или на эпоху вот 90-х годов, да, то есть когда Советский Союз развалился. То есть как люди на это реагировали? Такой, знаете, социологический аспект, если найдете или очерк, или какую-то зарисовку, или характеристику социологическую, вот, было бы здорово. Это идеальный вариант, вообще идеальный вариант, для того, чтобы вам увидеть воочию, как человек может потерять личностный смысл. Ну, сам. И какие у него на этом пути возникают проблемы? Ну, могут возникать проблемы. Дальше идем. Значит, вопрос экзистенции. Для чего я здесь, зачем я живу? А зачем вы жили раньше? Чем вы жили раньше? А какие у вас были цели раньше? Ну, раньше вот, какие цели были? Жизненные, экзистенциальные. Какие были цели? А, значит,
Кто вам эти цели дал? Какую природу имеют эти цели? То есть, ну, откуда они берут начало, эти цели? Что заставило вас задуматься об этом? Какие обстоятельства заставили вас начать подвергать сомнению привычную экзистенциальную модель вашей личности, структуру, экзистенциальную структуру вашего восприятия мира? Вот, какие события стояли за этим? Вот. Постарайтесь подумать на эту тему. Это очень важный момент. На самом деле. Дальше уже я предлагаю вам исходить из ваших собственных ценностей. То есть каждый человек, он в общем и целом по-разному воспринимает вопросы экзистенции, то есть в зависимости от своих теологических положений, от этических взглядов и так далее. Я полагаю, что обсуждение этого поможет вам увидеть некий просвет в вашем настоящем кризисе, в вашей данной проблеме. Вот. Конечно, если вы сами к этому готовы, если вы хотите что-либо делать с этим. Вот. Далее, есть муж, замечательный сын, 2 года. Муж, опять же, заметьте, вы не сказали, замечательный муж. Вы не сказали любимый муж, вы не сказали любимый мужчина даже. Это просто муж. Может ли так быть, что у вас проблемы в отношениях с мужем? Может ли так быть, что вы чересчур много ожиданий накладывали на своего мужа? То есть, не на мужа как такового, а именно на замужество. То есть, чересчур много ожиданий было именно на замужество. То есть, я выйду замуж и, знаете, как это бывает, выйду замуж и заживем. Вот, то есть такая история. Вот. И когда это произошло, то появляется разочарование. Не получилось так, как хотелось-то. Не получилось так, как я ожидала. Я ожидала, что все будет здорово, а получилось все совсем не здорово. То есть получилось все весьма обычно, получилось все не так, как мне хотелось, например.
Ну, то есть, как бы это вы как бы думаете, да? Вот. И в этом контексте понятно, почему муж может восприниматься вами исключительно негативно. Ну, в контексте вот того, что вы написали до этого. Вот. Я полагаю, всему виной здесь завышенные ожидания, которые продиктованы вашими желаниями. И подсознательное стремление переложить ответственность себя на, ну, мужа, например, может быть, на семью в целом вообще, может быть, на ребенка даже, вот. Но в любом случае и муж, и ребенок, это, к сожалению, не, ну, не то, что определяет сколько-нибудь благосостояние человека. Вот. Абсолютно. Потому что благосостояние человека определяет, как правило, он сам, то есть сам человек. И если вы жили, например, не своим выбором, а если вы жили чужим выбором, ну просто вот просто жили чужим выбором, то есть как вот за вас решили. То есть, например, вам внушили родители, допустим, что вы там должны, грубо говоря, выйти замуж, например, да, вот. Вот вы и стремились выйти замуж, хотели выйти замуж, думали, что там будет, ну, хорошо, замужем. Вот. А когда этого не получилось, да, то есть когда это не реализовалось, то возникли сразу сложности, проблемы и так далее. Вот. И мне, ну, лично мне, да, это представляется вот именно так. Потому что у вас что-то свое должно быть, помимо ребенка и мужа. Но вы говорите, что вы учитесь дистанционно. Учитесь дистанционно, работать пытаетесь на дому. Так а почему вы сперва не выучились, почему вы сперва не построили карьеру, почему сразу муж и ребенок и так далее? Зачем? Куда такая спешка? Кто определил эту спешку? Понимаете? Вот именно это, именно эти моменты и являются ключевыми. То есть по факту получается, что вы сейчас догоняете то, что упустили, ну, при естественном развитии событий. Вот. Далее вы пишете, значит, учусь дистанционно. Зачем вы это написали, не очень понятно. Ну, то есть, вот. В контексте вашего вопроса непонятно, зачем вы это написали. Но я, тем не менее, все равно задам вам вопрос. Вот вы учитесь.
Вы учитесь, значит, дистанционно. Зачем? Зачем вы учитесь? Для чего вы учитесь? Какой, ну, смысл? На кого вы учитесь? Как вы будете использовать, ну, вот, ну, то, что делаете, да? То есть, ну, свои знания. Далее. Работаю на дому. Ну, я, конечно, не знаю, но вроде бы ребенку 2 года, это тот срок, когда декретный отпуск заканчивается, и мама может уходить на работу. То есть с этой позиции не совсем понятно, почему вы работаете на дому, зачем вы работаете вообще, и самое главное, для чего вы об этом пишете. То есть я могу задать вам вопрос такой. Нравится ли вам ваша работа? Какие у вас ожидания от работы? Ну, как бы, что вы вкладываете в работу? Ну, то есть, вот, что вы вкладываете в работу? Какие эмоции вы вкладываете в работу? Вот. Это очень важный момент, если мы хотим, опять же, разобраться с тем, что, собственно, с вами происходит. Вот. В целом, ваш запрос на экзистенцию, ну, на первый взгляд, потеря личностного смысла, связан, на мой взгляд, скорее с подавлением своих желаний, ну, постоянным, либо последовательным, привычным подавлением своих желаний. То есть это, грубо говоря, то, что вы делаете. Подавляете свои желания, подавляете себя. И поскольку подавлению можно только научиться, да, то есть подавление не может быть врожденным, то я полагаю, что это вопрос детско-родительских отношений. Опять же. Но решать этот вопрос, конечно, вам и только вам. То есть вы можете остановиться на теме экзистенции, но я рекомендую обратиться именно к теме детско-родительских отношений и то, что заставляет вас выбирать именно такую модель поведения. Семью. То есть семья на первом месте. Семья как ценность. Почему? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Буду благодарен очень, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи!